Другому человека там приютили, значит, это самое, к себе домой. Вот, и, ну, как бы впечатляет в этом отношении. То есть абсолютно бескорыстные люди. Вот там, получается, мама, вот ее, как бы, сын и дочь, вот они там приютили, там девушка, которая там сбилась с пути. И мама там не ради денег работает, значит, на там радиоканале, ведет ночные передачи, денег не хватает, она там еще где-то подрабатывает. И вот жизнь того времени, песни, вот это ощущение какой-то, вот, не знаю, не знаю, стабильности какой-то времени, при этом все равно какие-то текущие проблемы там на них там поддавливают. Ну, вот как бы очень интересный фильм. «Пассажиры ночи», да. Шарлотта Гинзбург в главных ролях. Шарлотта, да, она такая, мне нравится. Очень, очень сильная актриса. Мне нравится фильм.